Привет, я Кирилл Умник-Разумник, и ты в Лиге Умников-Разумников. И сегодня мы с тобой поиграем в супер новую, реально прям свежую игру FNAF Simulator. В этой игре нам предстоит играть за аниматроников и пугать охранника. Вот это, я думаю, будет весело. Надеюсь, тебе понравится эта игра. Можешь написать в комментариях. Ах, да, YouTube же закрыл комментарии и решил, что на детском контенте их не будет. Но это не проблема. Мы с тобой сможем общаться в моей официальной группе ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылочки и на то есть в описании. Я думаю, тянуть незачем. А если ты еще не подписался, то сделай это прямо сейчас и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну что, сделал? Тогда пора начинать. Ну и вот мы появляемся в меню Five Nights at Freddy's симулятора. Вау, вот эта игра прям очень на самом деле крутая. Это вот, опять же, тоже пародия на FNAF, она сделана в 3D. Реально, послушай, какой музон. Прям такой разгон, посмотри. Что у нас тут вообще есть? Так, тут можно нажать play или назад отойти. Так, банда еще какая-то есть. А, это типа... Ага, это разные какие-то способности аниматроников, и даже спрингтрап тут под вопросиком. Вот это вот интересно. Так, мультиплеер тут есть. Coming soon. А, ну короче, он потом будет. О, послушай, какой музон. Вот это прям очень классно. Так, ну что, давай посмотрим. Тут аниматроников можно покупать за какие-то фаскоины. Я тут проверил запись, у меня их уже 9. Ну давай что, пожалуй, начнем за Фредди. Вот это вот муточка, так. И мы запускаемся. Так. Посмотри. Так, вот сейчас немножко прогрузится игра. Вот так вот, посмотри. Мы появились за Фредди. Вот здесь вот так вот по центру сцены. Типа сейчас охранник, получается там сверху надпись. Слева сверху. То, что охранник на камерах и нет. Посмотри, какая классная чика прикольная. 3D-шная. И еще и Бонни. А интересно, авторы этой игры сами модельки делали или как? Посмотри. Идет время. Справа сверху игровое. Получается сейчас 12 с чем-то часов ночи. Кстати, посмотри. Фу, ничего себе, что я могу сделать? Я могу войти внутрь аниматроников. Вот это вот звучит, конечно, интересно, но странновато как-то. Так, давай посмотрим, что тут есть в этой пиццерии. Так, сейчас... Вот так вот сделал, сейчас будет лагать, наверное, меньше. Вот так, да, хорошо. Так, это, так понимаю, это пиццерия из первого ФНАФа. Я думаю, торопиться нам некуда, всего лишь час 15 минут. Так что давай посмотрим, что здесь вообще есть. Так, вот эта пиратская бухта Фокс там такой стоит. Здрасте, так. Вот тут лампочка классная. Ну что, давай попробуем пройти к охраннику. Так, ну пока что он... Так, вот, вот этот свет, который мигает, наверное, показывает, смотрит ли он сюда или нет. Кстати, какая-то тема, лалаби, что это, короче, я как-то шикнул на охранника. И давай-давай, нападаем. Давай. О, как это прикольно. И, кстати, почему он на нас? Кого? Фредди нам даже что-то успел сказать. Так, ну что, мы напугали охранника, и прям это выглядит очень прикольно и интересно. Так, смотри, у нас 17 фаскоинов, а чика стоит 15. Давай попробуем ее купить. Какая прикольная музычка. Ну что, так, FNAF 1. А, кстати, если купить тут кого-то из второго FNAF, то тут локации второго. И ты спрингтрап из третьего. Вот это будет очень интересно посмотреть. Так, ну что, погнали уже за чику, скорее играть. Так. Звук тут очень прикольный, прям. Так. Ну что, мы опять вернулись вот сюда, в пиццерию. И теперь у нас задача напугать охранника. Только раз уж мы зашли за чику, давай прогуляемся на кухню. Интересно посмотреть, что же там. Так, тут туалет, насколько я помню, недалеко. Из этого, из... Creepy Nights at Freddy's, вот, именно из первой части. Короче, очень веселая тут кухня, ничего нету. Какие-то странные стены. Короче, из Creepy Nights at Freddy's я прям помню, выучил то, что здесь вот туалеты и кухня. Ну что, так, сейчас мы проходим вот сюда. Так, кстати, нам вот показывает, когда он на камерах, когда не на камерах. И из-за этого, получается, если он нас увидит, наверное, то тогда он закроет дверь. И нам показывает, когда он на камерах, чтобы мы могли пройти. Вот сейчас вот он на камерах, рассматривает камеры, типа, Night Guard. Он камеры... Посмотри, посмотри, как классно получилось.
Ничего, если там кто-то даже на заднем фоне слегка кричит. Ей! Ну что, прям прикольненько получилось. Давай еще раз катаем за Чику. Да, кстати, Бонни. Бонни the Bunny. Типа Бонни кролик. Ну как бы, типа, название Бонни образовано от слова Банни, типа кролик, как бы. Ну и получается странная тема. На английском это звучит как что-то типа. Кролёныш кролик. Вот как-то так вот можно интерпретировать на русский язык. Вот реально, посмотри. Так, сейчас как-то... Можно пролезть на сцену? Или нельзя? Так, сейчас, может, здесь как-то подняться можно. Вот просто реально интересно просматривать аниматроников внутри. Что в них происходит такое? Ничего себе. Вау, какие зубы. Ну, конечно, достаточно странно вот так вот гулять внутри аниматроников, когда время течет, надо как бы за охранником идти. Но скорее бы это все-таки пофиксили, чтобы добавлялась такая реалистичность. Потому что сама игра, конечно, очень темная. Я их настроек же... Жаль... Да, точно никаких тут нету. Может быть, потом посмотрим. Так, вот тут камеру. О, какой-то Майнкрафт подобрал. Ничего себе. Какой-то кубик такой, как будто из Майнкрафта. Я подобрал. И нам добавилось 4, по-моему, фазмонетки вот этих вот. Так, тут эндоскелет. Может, он когда-нибудь пойдет. А интересно, его можно купить? По-моему, нельзя. Или можно? Так, надо будет посмотреть. По-моему, все-таки можно. Должно быть, но можно. Так, давай вот по законам ФНАФа, вот как Чика. Как настоящая правильная ФНАФовская Чика. Пойдем с левой стороны. И не будем ничего такого нарушать. А интересно, тут есть какой-нибудь счет по ночам? Типа с каждой ночью охранник все сильнее и сильнее, упорнее работает. Так, сейчас, может, откроет нам дверку. Так. Ну что, пока что. О, вот так вот. Отлично, все, он зашел в камеру и. Вау! Мы напали! Ну как же она прям прикольно так нападает! Так, еще 4 фазмонетки, на самом деле очень медленно, но посмотри, мы накопили уже 27. Так, посмотрим плей. Я могу уже купить Бонни. Давай попробуем накопить на Фокси, вот это будет очень интересно, посмотрим его способности. Так, пока что немного глотну водички. О, так, и теперь можно играть. Так, я думаю, сейчас сразу отправимся в этот туннель, в левый. Ну реально, посмотри, как классно. Игра достаточно очень перспективная. Пока что она еще в ранней разработке достаточно. То есть самый последний матроник, который есть, это только Спрингтрап, только из третьей части. И вот как раз будет очень интересно увидеть остальных аниматроников из остальных частей. Так, откроешь, пожалуйста, охранник. Кстати, охранник это эндоскелет, посмотри. Здрасте, вау! И мы напали на него. Ох, посмотри, кто тут у нас появился. Смотри, это Ричард, он пришел к нам прямо вот сюда. Как вот мы играем вот во ФНАФ, то он прям вовремя. Так, у нас 36 фаз монеток. Ричуха, может, с тобой на руках вот так вот поиграем? Так, ну что, давай начнем, пожалуй. Так, плей. Покупаем Фокси. Так. Ладно, Ричик, давай я тебя все-таки положу, чтобы нам было удобненько играть. Так, вот садись вот сюда. Все, давай, можешь дальше поспать. Так, Фокси, пират. Начинаем играть за него. Так, ну что, за Фокси геймплей должен отличаться, насколько я помню, даже из оригинального ФНАФа. Чем больше мы смотрим на Фокси в камерах, тем... Нифига я быстрый, тем он медленнее. Как, он прям вот идет, прям вообще. Топчет. А, меня видно. Чего? Типа, вы были увидены, вы вернулись обратно. Как-то вот что-то типа того. Ты остановлен. Дверь заблокирована, плюс 1 час. Ричард, что ты там мяукаешь? Так, давай. Типа, а что делать-то? Что-то как-то сложновато. Так, ну что? Опять? Я остановлен? Да что это такое? Почему все так плохо? Охранник на камерах. Так, сейчас вот он не на камерах. Вот так, подходим чуть поближе. И он на камерах и бежим прям, срываемся. Эй, это что такое? Что это значит? Да почему я... Кого? Почему все так плохо-то? Реально, кого? Почему уже 4 часа утра? Так, за Фокси гораздо сложнее геймплей стал. То есть, получается, мы себе покупаем за фазмонетки не легкость прохождения, а наоборот, усложняем себе его. То есть играем, копим монеты, и получается, чтобы нам было еще сложнее играть. Давай, все, ура! А, как он офигенно прям пугает.
Короче, ничего не понятно, но он прям прикольно пугает. Вау, ну что, вот это вот сейчас было прям прикольненько. Так, вот мы напугали охранника, он прям как-то так, ну, за Фокси реально прям сложно. За Бонни, я думаю, будет попроще, но мы с тобой увидим, каково играть за Бонни в следующей серии по этой офигенной игре Five Nights at Freddy's Simulator. Вот это да, у нас с тобой даже получилось купить Фокси. И представляешь, сколько еще аниматроников нам с тобой предстоит купить. И у каждого из них есть свои разные методики и механики. Вот это будет очень круто. Поэтому ставь лайк и не пропускай новые видео, потому что дальше будет еще интереснее и еще интереснее. Почаще приходи в Лигу Умников-Разумников. С тобой был я, Кирилл, и куча аниматроников, и даже тот странный охранник. Пока!